работала в нашей группе, значит, Ногайский, Тобольский, Ярковский район. Я являюсь главой Карамлярского поселения Ярковского района Семенова Ольга Витальевна. Значит, у нас мы выявили такую, значит, проблему, как площадки под ИЖС. У нас есть выделенные участки, но мы на эти участки не можем, значит, поселить людей и выделить им, так как у нас нет на них инфраструктуры. Значит, норму будущего. Если у нас будет построена дорога, газ, электричество и все остальное, значит, у нас эти участки будут застроены, у нас будут специалисты, у нас будут какие-то другие, значит, жители, которые могут нам пригодиться в дальнейшей жизни на территории. Значит, первый шаг, какой мы видим, это глава сельского поселения выходит с письмом на главу района о том, чтобы нам были выделены денежные средства для проектно-сметной документации. Кто за этим следит? Глава сельского поселения. Результат через 30 дней, то есть мы это контролируем, мы ждем ответа. Второй шаг. Берем этот вопрос на контроль. Смотрим, что у нас происходит, не происходит. Встречаемся с заместителем главы, который ведет строительную по вопросам строительства, который будет непосредственно работать с нами и, ну, помогать нам в дальнейшей работе. Январь 2020 года. То есть результат подведения инфраструктуры. Да. Ну, да.